Всем привет, дорогие друзья, и вы на канале Мирон. Сегодня я бы хотел поговорить о такой теме, как продолжение Алиты, то есть Алита вторая часть. Кстати, подписывайтесь на канал Мирон, чтобы не пропустить выхода нового фильма Алита 2. Буду очень вам за это благодарен. Режиссер Роберт Родригес рассказал, что после успеха первой части он хотел бы поработать над продолжением. Цитирую. «О да, я хочу предпринять следующие шаги в разработке сиквела. Это было очень весело. Работа с Джеймсоном была крутой, эффекты потрясающими, а актриса Роза Салазер просто невероятная. Уверен, что продолжение будет намного лучше. Существует очень много интересных и увлекательных сюжетов в манге, над которыми стоит поработать и показать зрителям». Конец цитаты. Оригинальный фильм был снят еще до объединения кинокомпаний Fox и Disney. Сейчас выход сиквела зависит именно от решения Disney. Если студия все-таки согласится на производство продолжения, то непонятно, когда оно выйдет. Это может быть 2021 или 2022 год. А как вы считаете, когда Алита 2 появится на экранах в кинотеатрах? Высказывайте свое мнение в комментариях. Поставь лайк, если хочешь, чтобы вышло продолжение Алиты. Вы были на канале Мерон, а также буду искренне благодарен тебе за подписку.